Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Владельцы этого имени должны быть более открытыми для окружающих. Они должны занять более активную жизненную позицию и относиться к своим близким сердечнее и с большим пониманием. Только таким способом они достигнут внутреннего равновесия и станут счастливыми. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. У людей с этим именем всегда имеется свое мнение на любой счет. Их невозможно ни в чем переубедить, несмотря на их чувственность и доброту. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Представители этого имени чутко воспринимают красоту, любят природу, обладают артистическими способностями, которые обеспечивают им карьеру в этой сфере деятельности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.